Молодежные новости. С приходом весны оживает не только природа, но и наша культурная жизнь. Ну или просто с момента отмены обязательного ношения масок эмоциональные оттенки чувствуются более отчетливо. Небо не стало вдруг более голубым, но радость от возможности видеть лица людей без масок сравнима с глотком свежего воздуха после карантина. Вот такие простые радости, которые нами раньше воспринимались как должное. Что же касается выступающих, многие из которых впервые за несколько лет смогли принять участие в конкурсе и выйти на большую сцену. Их ощущения вообще представить сложно. Традиционный конкурс молодых исполнителей «Лаулу Кеват» прошел в прошлое воскресенье в зале Ихвисского концертного дома. Открыли конкурсную программу выступающие в возрасте 3-4 лет. За ходом выступлений наблюдало жюри. В этот день можно было услышать не только известные песни, исполненные под минусовку, но также и авторские произведения и песни в сопровождении фортепиано или исполненные под гитару. Особой перчинки конкурсу удалось добавить юным рэп-исполнителям. Ежегодный песенный конкурс собирает большое количество участников, а вместе с ними и зрителей, преимущественно родителей. Именно они с трепетом следили за выступлением своей начинающей звездочки, ловили взглядом каждый взмах рук, подпевали и улыбкой пытались поддержать своего ребенка, который от волнения на сцене искал среди зрителей тот самый нежный и единственный взгляд на свете. По итогам прошедшего конкурса первое место в самой юной возрастной группе среди детей 3-4 лет заняла Мила Кузнецова. В возрастной категории 5-6 лет победу одержал Кристин Карлеп. Среди участников 7-8 лет первое место заняла Кристель Мяе. В возрастной группе вокалистов 9-10 лет первое место было присуждено Даниэлю Оливеру Тренхольму. Кармен Сась стала обладательницей первого места в возрастной группе 11-12 лет. Среди участников в возрасте 13-15 лет первое место заняла Иннес Рейси. Ксения Кременкова стала обладательницей первого места в возрастной группе 16-17 лет. Среди самых старших участников в возрастной группе 18-19 лет победу одержала София Назарова.
Виталий Дементьев, Илья Тельнов, Кирилл Радаев, Марк Поллок. Специально для SD News. Молодежные новости.